Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Crazy Life, и мы продолжаем проходить Call of Duty Black Ops 3. Погнали! Сектор зачистили. От супердерева в дальнем конце есть доступ к докам. Воу-воу-воу-воу. До свидания, яйце. Валим, конечно, валим. Хорошо, что этих дронов нету, которые неубиваемые. Не, ну как, они убиваемые, только очень тяжело. Смотритель так, показывает, наверх. Что Б-54 спускаются к вам на трусы в компании когтей. Досогнутое дерево, наш выход отсюда. Воу-воу-воу-воу. Черт. Щелкнул, а я-то надеялся, отлично. Что она уже не очнется. Так, а дальше-то куда? А, понял, наверх. Как же вас много-то, а? Не, ну это обычные солдаты, в принципе. Хорошо, что не дроиды. До свидания. Давайте боезапас заодно пополним. Я, кстати, поставил в настройках управления гранаты кидать. И сейчас можно будет пользоваться гранатами. Отлично. И да, действительно, после каждого перезахода слетают настройки. Я тебе, блин, замахнусь. Я, правда, не понимаю вообще, где наш напарник ходит. Да, в принципе, и не важно. Прорываемся вперед, отстреливаемся. Они пытаются уничтожить наш путь. До свидания, Ц. Отрицательно. Это ваш единственный шанс добраться до доков. Шевелитесь. Так да. Я и так уже шевелюсь. Какого плана Д? Сейчас не время. Хорош. Вытащи нас отсюда. Это гребаный ад. Это точно. Вам нужно добраться на небесную палубу. Бам. Ну прям все как в классических боевиках. Все взрывается, мы убегаем. Я тоже должен прыгать? Хера себе. Сейчас нас где-нибудь схватит здесь в воздухе. А, в воду падаем. Нормально. Спокойно, я вытащу вас оттуда. Хорошо, хорошо. Это не очень удобно, кстати, плыть и отстреливаться. Наверное, лучше остановиться и пострелять. Так, здесь мы не пройдем. А вот под водой можно попробовать. Так, вроде пока спокойно. Кричат хотя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хочу пополнить боезапас, но мне как-то не дают. То стреляют, то гранаты кидают. Ну-ка, где противники? Сейчас посмотрим. До свидания, Ц. Ну, в принципе, их тут не так уж и много. Мы реквизируем эти воздушные корабли. Поняла. Смотритель показывает, что бессмертные кишат на вашей позиции. Вы займитесь турелями, а я поведу. Это хорошо. Отстреливаться я люблю. А, так. Вперед! Как тут займи забраться-то? Турель! Ага, отлично. Сейчас мы будем в двоечка отстреливаться. Педаль в пол! Ей! Оружие, кстати, не перегревается. Можно повеселиться. Бам-бам-бам-бам. Получайте, упыри. Со всех сторон пытаются нас убить, со всех сторон. С такой пушкой можно было бы ходить по миссии? Чтобы еще патроны были бесконечные. Оу! Я думал, все, приплыли. Но нет. Вот эти вышки опасны, там обычные гранатометчики сидят. Точно, она же хорошо справляется. Не бузи. Вот хорошо все-таки, что мне управление не дали. Я бы тут точно завтыкал. Ага, дрон. До свидания.
Все, приехали. Ты хорошая порядке, таксишка. Хендрикс? Да, лучше не бывает. Действительно. Думаешь, Кейн права? Команда Тейлора порешила наших людей? Хендрикс, что ты видел? Дерьмо я видел. Вот что я видел. Ты что такой злой-то? Тю. Найдем мы этого Тейлора, разберемся, не переживай. Миссия пройдена. XP, та-да-да-дам. Поехали дальше. Продолжить. А, хранилище данных. Коллекционные предметы. Ну, это я все, в принципе, смотрел уже. В прошлом там, по-моему, без... Кейн говорит, что диски частично испорчены. И она только что закончила извлекать записи с камер слежения черной станции. Насчет сделанного с Госю Лань. Другого пути не было. Утечки нужно было остановить. Знаю. И еще я знаю, что бессмертные не простят нам убийство брата Го и членовредительство сестре. Кейн сказал, неважно, что записали камеры. Мы отправляемся на место последней операции Тейлора. В центр первой катастрофы. В старое здание Единства. Там уже, наверное, все зачищено. Вот вообще, в принципе, молодец такой трудяга, что я не зайду в это убежище, он все тут пол драет, драет. Ладно, отправляемся на следующее задание. Ничего, в принципе, менять не нужно, хотя вот давайте посмотрим, что это у нас. Ядро хаоса, ядро боевой, электронику и роботов. Заставляет устройство действовать против него, что вносит хаос на поле боя. Ну, можно вот это попробовать. Хаос. Первый комплект. Я не верю. Их подставили. Запись — подделка. Без вариантов. Если б ты был прав. Но все куда хуже, чем убийство на станции. Кейн, расскажи ему все. Утечка информации расходится как рак. Ставя под угрозу операции Союза в мире. Они знают наши слабые места и стягивают войска в нестабильные регионы. Это факт. Тейлор сдал нас. Мы пойдем по следам последней известной операции. Тревоги, сработавшей под станцией Единства. Может, что-нибудь поможет нам понять их мотивы? Не забываем про бессмертных. Мы убили одного и покалечили другую. Они будут мстить. Короче, всем пердак. Подпалим, кто виновен. Эпицентр событий. Гипоцентр. Корпорация Единства. День второй. Команда Тейлора приняла сигнал тревоги. С глубины на 1,5 километра ниже здания Единства. Я прошерстила доступные данные и схемы. Чем бы это ни было, этого нет на картах. Многое пострадало во время катастрофы. Лучше попробовать спуститься через центральную шахту. Спасибо, Кейн. Правда. Значит, мы пойдем по следам Тейлора. Посмотрим, найдем ли мы какие-нибудь ответы. Смотритель фиксирует многочисленные сигналы сверху. Б-54. Скорее всего, они уже внутри. Так и есть. Мы только что видели прибытие подкрепления. Вряд ли получится сделать все тихо. Несколько путей подхода. Не знаете, кстати, его лицо напоминает чем-то одного из актеров фильма. Как же он назывался там? Мальчишник в Вегасе, о. Только вот не помню, как по фильму этого актера звали.
Есть твоего выстрела. Что-то. Так, стопэ. Так нам как, грубо штурмовать или потихонечку? Противников не так много, вот тут бы снайперка зарешала бы. Короче, огонь. О, сразу. Эй, ай, ха-ха. Сейчас всех постелим. Привет и пока. Опа-опа, граната. А ему вообще все равно, походу. Давайте забросаем их просто гранатами. И пополним боекомплект. Ага, во. Погнали, погнали со мной. Надо пытаться их штурмовать. Укрытие. АОП активно. Повторяю, АОП активно. Понял. Сваливаем. Это хрень, металлолом. Как она функционирует? Активные защиты АОП отражают атаки. И что же? Используйте прицельный огонь, чтобы вывести ее из строя и добейте АОП из РПГ. Пробую. Повредите активную защиту АОП, чтобы отключить оборону. Активная защита выключена. Стреляйте из РПГ, пока она не включилась. Какой еще РПГ? У меня нет РПГ. Ракетами. Продолжайте долбить защиту ружейным огнем. Понял. Мне же РПГ-то не дали. Или может где-то взять его надо? Ща вырубим ее. Защита АОП деактивирована. Бейте сейчас. Давайте стрелять просто поверху. Опа, нацеливается чертяга. Чего ждем? Выруби эту активную защиту немедленно. Она так неплохо прикладывается, кстати. РПГ. А где у меня РПГ? Пистолет. Автомат. И все. Нет никакого РПГ. Не, он уже и автомат закончился. Оу, как приложился-то. Все. Два залпа и все. И хэппи-энд. Да ни хрена вас там много-то. Защиту АОП, чтобы отключить оборону. Активная защита выключена. Стреляйте из РПГ, пока она граната. Отключилась. РПГ. Где достать РПГ? Ох, сейчас она мне опять щелкнет. Продолжайте долбить защиту ружейным огнем. Понял. Защита АОП деактивирована. Уничтожить. Бейте сейчас. Не, действительно, короче, надо стрелять и по АОП ракетами. Действительно, надо где-то этот гранатомет раздобыть. Выруби эту активную защиту немедленно! Так, это наша основная цель. Сейчас посмотрим. Может, просто ее гранатами закидать? Коли гранатомета нету. Так, ты меня не замечай, я тут без палева постою, постреляю в тебя. Отличненько. Активная защита выключена. Забрасываю ракетами, говорю, гранатами. Реактор дестабилизирован. Во, нормалек. Вышла из строя. Просто гранатами забросали и все. Не надо никакого гранатомета. Вот бы дали поуправлять этой хероборой. Тут еще шмаляют. О-о-о-о. Подключитесь к панели. Взлом. Снайпер, что ли? Должен открыть проход. Окей, сейчас. Взломать. Скучать некогда, а? Да действительно. О, да. Сегодняшний день полон сюрпризов. Веселуха прям. Так, пока вроде спокойно. Давайте продвигаться вперед. О, мультики. Давай здесь останемся, кионушку посмотрим. Не ссы, это все, что осталось от исчезнувшего кода. Зарегистрируйте свою группу на стойке. Что-то ничего нового не показывают. Ладно. Видать, кабельная уже отключена. Только лишь одна реклама. Так, здесь мы не пройдем. Подключаюсь ко входу в шахту. Прикрой меня. А, прикрой от кого?
Где враги-то? Сейчас, скорее всего, враги набегут. Должно быть перед атакой на черную станцию. Хендрикс, это работа Тейлора? Возможно. Прицельный в голову. Но честно тебе стоит знать, насколько это тупой вопрос. Это работа Тейлора. Давай спускаемся. ЦРУ отправила их сюда, потому что эти отморозки здесь ошивались. Эй. Ничего, Кейн. Просто плохое настроение. Засекла источник энергии. Вероятно, небольшое устройство. Думаю, на одном из тел. Ну-ка. Взломать. Загружаю данные. Что-нибудь полезное? Мародеры сюда не сами забрались. Их направили войска договора. Активирую дрон-разведчик. Сообщение получено и принято, Хендрикс. Классно. Посылаю координаты дрона на твой интерфейс. Так хочется вниз спуститься, осмотреться. Какая глубина, капец. Эй. Знаешь, что бывает, если долго всматриваться в бездну? Хочется прыгнуть в нее. Прижмись к краю. Там далеко спускаться. Я поведу. Да, действительно, высота большая. Ты прыгаешь? О! Ты до сих пор думаешь, что эта запись с убийствами фальшивка? Я давно знаю Тейлора. Не могу представить, чтобы он был на такое способен. Тем более убить их так. Может, он уже не тот, кем был раньше. Пусть так. Но что насчет Холма, Ретти и Деза? Как они могли на такое согласиться? Мы докопаемся до правды. Комплекс-то потихонечку разрушается. Опа! Угу. Я упал в бездну, мне пишут, внимание, вернитесь на поле боя. Да я уж там сдох 100 раз. А ничего себе там высота, это получается столько времени летел. Там далеко спускаться. Я поведу. Да-да-да. Так, еще раз попробуем. Ты до сих пор думаешь, что эта запись с убийствами фальшивка? Я давно знаю Тейлора. Не могу представить, что он был на такой способен. Может, он уже не тот, кем был раньше. Пусть так. Но что насчет Холма, Ретти и Деза? Как они могли на такое согласиться? А, кстати, классно сделано. Когда мы отходим далеко, переходит голос на рацию. А когда близко, мы слышим его речь. У-у-у, там врагов очень много. Сраные Б-54 уже впереди нас. Как ты думаешь, что нам делать? Думаю, нам стоит представиться. Щелкнем их и все. Держите гранаты. Вот и все. И штурмуем. О, там этот живучий. Упыреныш. Черт, надо отступить. Боезапас, к сожалению, пополнить нельзя. Ну-ка. Держи подачу. Его с автомата очень долго расстреливать. Ну и сюда. Че ты завис? Какой ёпты? Хорош. Минус. С гранат его как-то попроще уничтожить. Свиданица. Свидание. Впереди вы посмотрите, сколько их. А этот сидит просто за укрытием и все. А нет, хотя вот начал стрелять. Сейчас со спины зайду. Ага. Какой ёпты. Все, сектор клер. Нет, не клер. Свидание. Чувак, иди сюда. Зачистили территорию. Кейн, ты нас в кроличью нору пытаешься отправить? Я хочу того же, чего и ты, Хендрикс. Закончить это все, пока не стало еще хуже. О, вот это высота. Так, вроде спокойно, отлично. Пробегаем вперед. Смотри, с напарником как-то повеселее бегать. Хоть иногда он и не помогает ни черта. Ну, правильно.
обрушилась. Ты нас в кроличью нору пытаешься отправить? Я хочу того же, чего и ты, Хендрикс. Так, сейчас побежим туда по левой стороне. Закончить это все, пока не стало еще хуже. Ну, залазь. То есть оно, иногда он хорошо помогает, иногда плохо. Иногда просто сидит за укрытием и ждет, когда мы всех перебьем. Все равно с ним повеселей. Это куда вы ломитесь? Ну-ка, стоять на месте. Они напоминают чем-то вообще заключенных, смотрите. Как будто как заперли, они хотят вырваться наружу и порвать нам пердак. Кейн? Ну? Почему роботы так себя ведут? Может, скачок напряжения? Сильный скачок напряжения! Дверь на мне! Иди вниз на позицию! Я тут. Черт! Не боись, щелкнем. Кейн, возможно, что кто-то подключен к системам здания и управляет роботами. Сомнительно, чтобы системы были работоспособны после аварии. Понимаешь, мы понятия не имеем, что там внизу. И вот мы внизу. Так, а куда нужно-то? Пока что непонятно. Разведдрон показывает, что они прошли здесь. Спорим на сотню, что внизу мы найдем какое-нибудь невероятное дерьмо. Нет? Рекламные материалы. Ого, единство. Какого хрена? Ого! Ого! Кого ого? Они целятся в тебя! Давай сюда, здесь лучше отстреливаться. Блин, и гранат-то нету, к сожалению. Ладно, сейчас так щелкнем. А может быть, и они меня щелкнут. Идут сюда, идут сюда. А, я спалился. Хорош. Минус один. Так, погнали к своему напарнику. Будем ему помогать. Здорово. Давай, 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 кидай. У меня гранат нету. Еще минус один. Хотя, в принципе, лучше так на рожом не вылазить. Их реально очень много. Отлично. Давай, 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 давай. Живучий. Пробегаем вперед. У этого вообще гранатомет. Все, все отлично, чисто. Отработали. Что за хрень контролирует этих роботов? Я не знаю. Искусственный я разум. Триангуляцию источника, но пока без результатов. Я продолжу искать. Матрица их контролирует. Или как там было в Терминаторе там? Ладно, тогда засылаю Скайна. Разведдрон. Посмотрим. Оу, опять я куда-то свалился. Ну ладно, давай иди первый тогда. Показывай дорогу. Ладно, тогда засылаю разведдрон. Надо было, может, вот посмотрим, сюда аккуратненько. Посмотрим, что в этой кроличьей норе. Прыгнуть. Впереди низкая освещенность. Рекомендую переключиться на улучшенное зрение. А, да, понял, так действительно ты. Получше. Давай поднажмем. Дрон-разведчик не будет нас дожидаться. Ну что, прыгаем? Так, теперь вот сюда. Хорош. Кейн, нам не поступают данные. Главное не свалиться. Проблема на твоей стороне. Отрицательно. Детальный план заканчивается на уровне шахты. Без дрона мы слепы. Сраные технологии. Сраные технологии. Идите дальше. GPS-координаты показывают, что сигнализация перед вами. Вот до чего техника дошла. Так, но здесь мы не пройдем. Может быть, сюда? А. Давай расчищай проход. Сейчас он эпично пнет ногой это все и развалится. Кейн, мы нашли дрона-разведчика. Ну, то, что от него осталось. Ну, было здорово. Стоп. Дайте мне рассмотреть тот знак. Ты его узнаешь? Судя по всему, это секретный проект ЦРУ. Если это дерьмо тут было во время катастрофы, никто бы тут не прибирался. До Тейлора. Да. Думаю, кто-то хочет что-то спрятать. Следы ведут сюда.
банк для биологически опасных материалов забрать. Что взломать, открыть. Кейн? Тут тоже одни только трупы. Так, это дроиды, это дроиды. А людишек нету, какого да? Какого хрена? Сбагуйся. О, это газ. Нихера себе. А куда отходить-то? Отходить-то некуда. Бам. До свиданицы. Наш напарник, в принципе, лихо так отстреливается. Не будем ему мешать. А вот, кстати, лестница есть. Погнали наверх. Ку-ку, ёпты. Ты не умер, что ли? Ничего себе. О-о-о, а чего вас так много-то? Хера себе. В общем, надо лучше отстреливаться, потому что в ближнем бою не вариант. Их что-то слишком много. Что тут происходит, Кейн? Сразу погнали наверх. А проход-то закрыт. Хрена? А их можно вот так вот и расстрелять. Они даже не резнутся. Вот и все. До свиданицы. Куда ты собрался? Еще один бежит. Но там напарник его работает. Они, получается, постоянно активируются и активируются. Надо, типа, выяснить, кто их активирует. Эй-эй-эй. Еще один. До свидания. Нихера себе сзади. Эй! Чего вас так много-то? Так, погнали вперед. Их реально очень много. Собака, зажмут ведь черти. Тут вроде спокойно. Ага, бежит. Зона чиста, будь начеку. Это хорошо. Неизвестно, что еще прячется в темноте. Что творится с этими роботами, Кейн? Не встречала робота, который так себя ведет. Они на это не запрограммированы. Что-то изменило их параметры. Расценивайте их как врагов. Ну, конечно, они пытаются нас убить, как врагов их расценивать. Погнали вперед. Взломай пульт. Если верить GPS, источник сигнала должен быть там. Вот же... Что там случилось? Кендрикс, проверь другие консоли. Возможно, я смогу вытянуть что-то с дисков. Ага, Кейн. Ты в деле. Откуда это взялось? Испытания ПНИ на людях в то время не проводились. Официально точно. Не Значит, думаю, проходили неофициально. Они подключены к центральному серверу. Дзяйсюн? Разве он не был примером для нас всех? Бессмыслица какая-то. Если он мертв, тогда почему мы находим толпы мертвых ЦРУшников, убитых в его стиле? Минутку, Кейн. ЦРУ посылает нас сюда. Цель неизвестна. И мы выходим на следы операции ЦРУ? Ха. Какой смысл? Хендрикс? Ты о чем? Пока не знаю. Просто будь настороже. Особенно рядом с Кейн. Ладно. Ты думаешь, она хочет Все нас в порядке, подставить? Хендрикс. Да, Кейн, мы в порядке. Окей. Вижу сетевую активность в серверной двумя этажами ниже. Эй!
Вряд ли совпадение. Выдвигаемся. Как все не намутили. Давайте, ребят, на этом завершим. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.